Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». 7 том. Вопрос 1925. Как различить и отделить жизнь суетной от несуетной? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Суетное, напрасное, пустое. Отделять это очень даже легко. Вечное, несуетное, что для временного удовольствия, суетное. Иова, 15 глава, 31 стих. Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет и воздаянием ему. Экклесиасты, 1 глава, 14 стих. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Экклесиаста, 2 глава, 1 стих. Сказал я в сердце моем, дай, я испытай я тебя весельем, испытаю я тебе весельем, и насладись добром. Но и это суета. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 11 стих. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. 1 Петра, 1 глава, 18 стих. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов. Притча, 30 глава, 8 стих. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом. Труд потребно удовлетворяющий, не суета. Но если делаешь и переделываешь, пустое говоришь, это суетное, пустое, ненужное. Христос воскрес, поют во храме, но грустно мне, душа молчит. Мир полон кровью и слезами, и этот гимн пред алтарями так оскорбительно звучит. Когда б он был меж нас и видел, чего достиг наш славный век, как брата брат возненавидел, как опозорен человек. Если б здесь, в блестящем храме, Христос воскрес, он услыхал, какими горькими слезами пред толпой он зарыдал. 1887 год. Мережковский.